Честно зарабатывать и вкладывать в работу всю душу. Таково жизненное кредо жителя Сарканского района Алматинской области Азамата Сарсимбаева. За свою жизнь почетный житель района был отмечен множеством наград, но самый главный из них считает медаль «Ерен Ембегушин». С человеком труда встретилась Гульнар Жантасова. Свое семейное древо Азамат Сарсинбаев составлял сам. Он стремится сделать все, чтобы корни его семьи не были забыты. Духовность кроется в каждой семье, в ее биографии, считает пенсионер. Нас в семье 11 детей. Родители воспитали нас в доброте, самоотверженно трудились и передали нам любовь к труду. Сейчас наши дети выросли, все шестеро госслужащие. Теперь вот внуки подрастают. Их у нас 11. Воспитываем их так, чтобы они знали свой род, откуда корни их предков, какой вклад они внесли в развитие Казахстана. Свою трудовую биографию Азамат Асламжанович начал на родной сарканской земле простым агрономом. Затем занимал должности руководителя совхоза района. Несмотря на это, живет скромно. Любящий отец, муж и дедушка сегодня большое внимание уделяет воспитанию внуков. Им гордится не только семья. Многие земляки берут пример с него. Вот уже 41 год мы живем одной семьей. Очень внимательный и отзывчивый человек. Хотя он был на руководящей должности, никогда не рассказывал о трудностях на работе. Все проблемы оставались за стенами дома. Он очень хороший муж и отец. Ну а секрет нашего семейного счастья, я думаю, во взаимопонимании. Любой труд почетен, уверен Азамат Сарсинбаев, посвятивший всю свою жизнь сельхозсфере. Он приобщил к этому и родных братьев. Объединившись, в конце 90-х они основали свое крестьянское хозяйство. Трудились, не покладая рук, сами выполняя работу скотников и агрономов, зоотехников и трактористов. Благодаря совместным усилиям удалось достичь успехов в любимом деле. Теперь поголовье племенного скота в хозяйстве растет из года в год. В какой бы сфере ни был занят, надо работать честно. Тогда обретешь уважение земляков. Я считаю, если тебе доверили какую-либо должность, нужно относиться к своим обязанностям с ответственностью. Нужно знать, если к тебе обратился человек, то нужно ему помочь. Сейчас небольшое крестьянское хозяйство обеспечивает молоком и мясом не только большую семью Сарсинбаевых. 10-15 тонн мяса в год реализуют на рынках. Если каждый будет стараться принести пользу обществу, тогда страна станет еще успешнее, убежден пенсионер. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.